Россельхознадзор провел встречу с арабской ветеринарной службой. По итогам встречи стало известно о заинтересованности Объединенных Арабских Эмиратов в импорте в страну российской живой птицы, собак и кошек. Встреча проходила в рамках 87-й генеральной сессии Всемирной организации по охране здоровья животных МЭП. Основной темой встречи стало обсуждение и согласование сертификатов государственного образца для экспорта животных. Кроме того, обсуждался вопрос о сроках и точных условиях поставки ветпрепаратов в Эмираты. Союз королевств со своей стороны обещал предоставить запрашиваемые данные в ближайшие сроки. Эмираты предоставили свои комментарии к ветеринарному сертификату на живую птицу и в ближайшее время обещали предоставить информацию по ветеринарному сертификату на домашних животных. Всемирная организация по охране здоровья животных – межправительственная организация, ответственная за здоровье животных. Организация включает в себя 178 стран и собирает информацию об эпизоотической обстановке в мире, передает ее странам-участницам, координирует и помогает при борьбе с инфекционными болезнями животных, включая и международные карантинные мероприятия. Россия является участником Всемирной организации по охране здоровья животных 1927 года.